Первый улов у нас уже сегодня готов. Поймать бы его еще! Вот он. Как эта рыбка называется? Остробрюшка. Остробрюшку мы поймали. Обычная рыбалка отличается от спортивной. Во-первых, в спортивной рыбалке каждый граммик, каждая вот такая рыбка имеет значение. Uh-huh. Вот потому что у него может быть 100 грамм, а у меня 110. Uh-huh. Вот такая вот рыбка. И я выиграю, да. Вот. Во-вторых, это азарт. В-третьих, не ради того, чтобы рыбу поймать, а ради спорта, да. Вот ты поймал рыбку, ты рад каждой рыбке. Правильный подкорм – один из главных секретов успеха спортивной рыбалки. Бисквит, семечки, печенье и кукуруза. Состав очень даже вкусный. Думаю, ни одна рыбка не должна устоять от такого заманчивого предложения. Кто больше всех поймал, тот победит. Не в зачет идет только краснокнижная рыба. Желтощек. Да что ж ты. Желтощек, ауха. Сом солдатова, то есть есть ряд рыб, которые внесены в Красную книгу, каждый участник обязан знать. В этом году призеры прошлогоднего нашего чемпионата были приглашены туда, на Дальний Восток, в город Хабаровск, на чемпионат Федеральной лиги Хабаровска. Мы уже посетили два этапа, и в первом этапе я взял золото. На втором этапе хорошо тоже выступил и по итогам двух этапов занимаю пока первое место.